Здравствуйте, я Антон Деркач. Мы находимся в Санкт-Петербурге, и за моей спиной вы видите летающую тарелку. Это станция метро Горьковская. В этом видео я расскажу вам об ораторском искусстве. И тема сегодняшнего разговора – это визуальный контакт с публикой. Вы, наверное, обращали внимание на то, что когда вы разговариваете с человеком, наибольшего удовлетворения от разговора получается достичь тогда, когда вы смотрите в глаза вашему собеседнику, когда собеседник смотрит на вас. И гораздо труднее понять друг друга и услышать, когда вы смотрите куда-то в сторону или когда ваш собеседник не смотрит на вас. Это же правило работает и тогда, когда выступаете на публике. Только здесь не один человек, а их много. Что для этого нужно делать? Когда выступаете и двигаетесь по сцене, очень важно сохранять визуальный контакт со всеми вашими слушателями. Постоянно гуляйте глазами по аудитории и останавливайтесь буквально на доли секунд на каждом человеке, сидящем в этом зале. Таким образом, как говорит Радислав Гандапас, вы протягиваете своего рода ниточки между вашими глазами и глазами ваших собеседников. И эта связь остается на протяжении всего вашего выступления. Даже если вы отвернулись, человек продолжает смотреть на вас, потому что он знает, что в любой момент вы снова посмотрите на него и проконтролируете, до сих пор ли он смотрит на вас. Особое внимание стоит уделять правому, левому флангу и галерке, потому что именно в этих частях зала сидят обделенные вашим вниманием зрители. Ну, надеюсь, что вы не будете совершать такой ошибки, и у вас не будет таких обиженных зрителей. И если вы не уделяете достаточно внимания этим слушателям, то именно из этих частей зала будет в процессе всего вашего выступления будут раздаваться шуршание бумагой, щелканье авторучкой и скрип молний. Именно из этих частей зала, если регламентом вашего выступления предусмотрены вопросы, будут задаваться самые коварные, самые каверзные и неудобные для вас вопросы. Поэтому предупредите проблему до того, как она появилась. Еще в процессе вашего выступления подходите к этим частям зала, обращайтесь к ним, задавайте им вопросы. Следите глазами за всеми, кто здесь сидит. Сохраняйте контакт глаз со всеми частями аудитории. Обращайтесь на галерку, спрашивайте, хорошо ли вас слышно. Постоянно перемещайтесь, держите контакт глаз, и вы станете успешным оратором. Вы достигнете двух очень важных и очень труднодостижимых вещей для оратора. Во-первых, вы удержите внимание всей аудитории на протяжении всего вашего выступления. И, во-вторых, вы сможете донести ту мысль, которую вы хотите донести до ваших слушателей, и они услышат вас. С вами был Антон Деркач. Смотрите следующие выпуски. Спасибо за внимание.